Повышение роли семьи в сохранении здоровья. Главный тезис конкурса, который вот уже в 6-й раз проходит на Брещине и собирает большое количество желающих принять участие со всего края. В этом году перед организаторами стоял непростой выбор. Как из таких достойных, инициативных, дружных выбрать самых лучших. В 2017-м за титул «Самая здоровая семья» боролись и дома семейного типа, и многодетные семьи, и семьи, где воспитываются двое детей. У каждой из них есть чему поучиться. Это, по нашему мнению, очень важное социальное такое событие, потому как где, как не в семье, формируются и привычки, и взгляды, отношения, мы полагаем, более серьезные ко всем вопросам, которые касаются, ну, не только здоровья, а социальной активности каждого члена семьи. Итоги большого конкурса его организаторы решили подвести также масштабно. В фойе областного общественно-культурного центра была развернута выставка здоровья. Работали консультационные пункты, где любой желающий мог задать интересующие вопросы и получить компетентные ответы из первых уст. Свою продукцию представляли предприятия фармакологической и пищевой промышленности. Все для сохранения здоровья, что и пропагандируют семьи-участники. Семья – это та ячейка, которая определяет вообще в целом состояние общества, скажем. И от того, какая это семья, естественно, зависит, в общем-то, в целом, какое государство. Вот. Поэтому, естественно, что институт семьи мы должны беречь, мы должны сохранять, мы должны пропагандировать его. В торжественной церемонии на сцену областного общественно-культурного центра вышли 6 финалистов. В их числе есть и брещане. Семья Полянских стала обладателем почетного 3-го места. И это неудивительно, ведь кто как не доктора знают о здоровье все. А мама и папа Полянские – врачи со стажем. Работа была проделана, конечно, большая. Очень нам помогла наша администрация больницы, за что им огромная благодарность. И мы с супругой очень рады, что и вся семья, что приняли участие в данном конкурсе. Я считаю, что нам, как врачам, это вдвойне приятно, что мы занимаемся не только лечением, но и пропагандой здорового образа жизни. А звание самой здоровой семьи в этом году уехало в Ивацевичи вместе с Читой Онищик. Свой секрет успеха они считают довольно простым. Надо поддерживать хороший микроклимат в отношениях и заниматься спортом. Сегодня в Ивацевичах для этого созданы все условия. У нас и бассейн, ледовая арена. Конечно, конечно. Знаете, очень удобно. И график удобный целый день. И детки туда, и секции есть. Очень хорошо. У нас все для того, только быть здоровым, только заниматься, да. И развивайся в этой отрасли. То есть коньки, плавание очень удобно. И все рядышком. Все рядышком, не так далеко от нас. Поэтому... Если раньше нужно было ездить куда-то, Кобрин тот же, там Брест, то вот сейчас уже все рядышком. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктовая».